Сегодня стартует Всемирная неделя предпринимательства. Глобальная инициатива, объединяющая 170 государств в поиске новых идей для бизнеса. Беларусь участвует в проекте уже в 8-й раз. В нашей стране идет активная работа по либерализации деловой сферы. Главные события недели пройдут в выставочном центре Белэкспо. Здесь инновационные компании намерены презентовать свои идеи. Программа форума предполагает интенсивное погружение в бизнес-среду, общение с людьми и знакомство с компаниями, которые создают уникальные проекты. Выставочные стенды разделены на 7 секций от финансовых технологий до образования для бизнеса. В рамках Всемирной недели мы приглашаем и международных экспертов, которые также могут поделиться своим положительным опытом. Это первое. Второе, что касается конкретно этой недели, мы подпишем крупный международный проект с участием Республики Беларусь, Европейского Союза, организации Объединенных Наций, который будет направлен на развитие нашей страны в рамках этой недели, и это будет конкретная польза для 12 районов нашей страны. Программа недели предпринимательства насыщенная, расписан каждый день. Лучшего бизнес-наставника наградят званием «Ментор года». Конкурс стартапов определит пятерку лучших команд, которые поедут в Лондон на встречу с британскими инвесторами. Пройдет и специальная детская конференция для будущих предпринимателей.